Я из Нижнего. Я из Иркутска. Я из Вологды. Ну, не знаю, года два, наверное, уже где-то так. Рэп-баттл. Меня. Да. Я наконец-то получу денежку. Ну, это импровизация, поэтому не ожидайте очень многого. Кайфуйте, жизнь одна. Диван Клан, город Москва. Можно погромче, все. Да. Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Антон. Илья. Лиза. Да. И это все Диван Клан. Так, ребятки, ну вы приехали из Москвы сюда, в Екатеринбург, в столицу юмора. Скажите, как там вообще в Москве-то? Смешно, не смешно? Блин, в Москве вообще не смешно, честно. Мы вот сюда приехали, думали, хоть посмеемся у вас тут. В Москве сейчас, ну, нет. А получилось? Ну, Москва посмешнела при Собянине, конечно. Ну, так. Из-за плиток или из-за чего? Да, плитки очень смешные. Очень смешные. Очень смешные. Можно историю расскажу? Можно историю расскажу? Да, конечно. В общем, я перед фестивалем, там вот перед финалом внизу стоял, и заходят три человека, мимо они такие проходят, и один говорит, давай зайдем сюда. Девушка такая, а что там происходит? Да какая разница, бесплатно. Вот, и я очень рад, что здесь собрались ценители импровизационного юмора. И даже если это не было так, когда вы входили, я надеюсь, вы уйдете отсюда фанатами импровизации, а мы постараемся вам в этом помочь. Да, классно! Лучше и не скажешь. А во что будем играть? Мы хотим сыграть в любимый лизинг-формат «Меняй». Отлично. «Меняй». Расскажите про этот никому неизвестный формат. Формат «Меняй» очень прост. Импровизаторы разыгрывают сцену, отталкиваясь от слова, которое мы возьмем у наших дорогих зрителей. В любой момент Искандер может нам сказать «Меняй», и мы должны будем поменять последнее слово, эмоцию или движение. Вот, и здесь будет разыгрываться для вас импровизационная, не готовая ни к чему сцена, чтобы вы с нами отправились в это путешествие. Давайте добудем не готовое никому слово. Пожалуйста. Курица. Курица еще. Цыганка. Цыганка, кто-то сказал. Да? Мне очень нравится, не знаю почему, но мне очень нравится это слово. Итак, цыганка, Диван Клан, город Москва. Поехали! Извините, девушка, а вы не подскажете, где проспект Ленина 45? Я тут просто первый раз. Я тебе не только это подскажу. А вы первый раз? Да, я первый раз общаюсь с цыганками, если честно. Слушайте, мне срочно нужно собеседование, я опаздываю. Меняй. Я срочно опаздываю на похороны кота. Меняй. Я опаздываю на опоздание. Я просто регулярно опаздываю, и сейчас я уже опаздываю на опоздание. Понимаете, насколько я задержался? Я верю, но подожди. Что? Я вижу в ваших глазах что-то таинственное. Меняй. Что-то зеленое. Меняй. Что-то застряло у вас. Ой, вы еще и этот окулист забыл. Удачно. Слушайте, а может вы мне поможете? Конечно. Мне нужно погадать. Меняй. Мне нужно квартиру продать. Меняй. Мне нужно кота угадать. Меняй. Мне нужно мать передать. Вы рэпер? Да, чуть-чуть. Я занимался. Хотите узнать, ждет ли вас успех? Правильно? Да, я хочу успеха. Итак, дуйте на меня. Меняй. Плюньте мне в лицо. Меняй. Сделайте мне подножку так, чтобы я упала. Почему ты хочешь увечья? Меняй. Поднимите меня бережно и покрутите. Меняй движение! О, еще лучше! Меняй! Я чувствую единение с вами! Уже почти! Меняй! Я все!
Честно говоря, у меня второй раз такое, что женщина все, а я нет. У меня это постоянно происходит. Что ж. Но с цыганкой первый раз. Вы знаете, я увидела кое-что в вашей судьбе. Очень тревожное событие, и мне нужна будет помощь нашего шамана. О, боже. Вы знаете, этот шаман необычный. Он очень странный человек, у него еще рука вот так вот постоянно трясется. Меняй! У него нога вот так постоянно трясется. Меняй! Он вот так вот ходит постоянно. Действительно, очень странный шаман. А он точно мне поможет, он, видимо, даже себе помочь не может. Вы знаете, у вас там такая проблема в жизни, что только он может. Шаман. Ой, Ромалове! Мне даже захотелось спеть, что я милого узнаю по походке. Меняй песню. Он так идет, что в доджа ми билет. Меняй. Ах ты секси-бой, здорово со мной, давай вместе будем танцевать. Господи. Это, извините. Это уже действует. Да, это уже действует шаманизм. Изольда. Меня, да. Меняй. Василина. Меняй. Кармелита. Да. Кармелита? Я же ваш фанат. Я смотрел все серии про вас. Меняй эмоции. Фу, Кармелита, меня так бабушку звали. Что ты сказал? Меняй. Подожди, убери, пожалуйста, тазовую обратно. А Кармелита, карамелечка ты моя, я тебя облизну. Меняй! Это уже начинает действовать. Это то, что я увидела. Темное пятно на его судьбе. Я шаман, и я уже хочу стукнуть его в бубен. Меняй! Я наложу на него проклятие. Но неужели вы не понимаете, что он уже под проклятием? Поэтому он так странно себя ведет. Нужно его спасти. Быстрее! Оно ухудшается. Я пришел в этот мир, чтобы помогать ему. Меняй. Я пришел в этот мир и уйду из него. Меняй. Меня сослали отсюда в космос. Меняй. А потом вернули, чтобы я помог тебе. Альф. Кажется, от тебя пахнет кошками. Ну, есть грешок. Я готов к ритуалу. Совершите его надо мной. Для этого мне понадобится коготь Кармелиты. Меняй. Коготь бобра. Меняй. Я свои подгрызу. Как же я могу ему помочь? Слушайте, я слышал о древнем ритуале, по которому нужно меня поднять на руки. Ей. Бережно. И покрутить. И покрутить. Давайте попробуем. О, нет. О, великий Искандер! Меняй! Великолепный! Ох! Я его поднимаю! Спаси, она же надорвется! Меняй! Я его поднимаю! Пусть все так и будет! Поднимаю! Я думаю, что на этом можно закончить, да!